Я из города Сухуми, Грузия. Пережила весь ужас войны. Я и мой супруг врачи. Мы работали в больнице 13 месяцев и 13 дней. А мой старший сын был на передовой. До последнего защищали наш родной город Сухуми от врага. Я помню каждый день войны. Шум пролетевшей пули, шум снарядов. Полтора года бомбили наш город. Было очень трудно. Это была ужасная война. Погибли родные, соседи, коллеги, мирные жители. Не сдавайтесь, украинцы. Крепитесь, потому что вернуть потом очень трудно. Уже прошло почти 30 лет, а мы все еще беженцы. Дай Бог вам мужества и силы. Грузия с вами.